Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Стейшанирс, Вулкан. Продолжаем выживать. Тут растет очередной урожай, потому что голодно. Электричества, блин, нету. Зарейка, иди сюда. Электричества нету. То есть хочется кушать, хочется дышать. А дышать пока нечем, у меня тут почти чистая углекислота. Что является, в общем-то, фигней ненужной. Поэтому надо с этим бороться. Поэтому я на время откладываю эксперименты с этой печкой. Черт с ней. Потом разберусь. В принципе, что-нибудь поплавить там можно. Че ты все дымишься? Здесь какой-то дым оттуда идет. Нагрев. Что-то поплавить там можно. Сталь там, еще что-нибудь такое. Ну, а потом разберемся, автоматизируем ее и так далее. Нужно строить теплицу. Теплица будет вон там, вот за углом. Я с собой набрал уже всякого. Солнышко село. Пошли. 107 градусов. Прекрасная прохладная погода. Да, с аккумуляторами с этими я разобрался. Там тот, из-за которого вышибало, который норовил там за один тик зарядиться. Я его опять подключил вход к солнечным панелям. Энергии сейчас с панелей завались. Короче, он держится в полной зарядке, потом заряжается этот, потом вот этот расходуется, они похожи в обратную сторону. Ну, какая у меня разница, энергии очень много. Так, побежали. Это что такое? Фига себе валяется. Богатство-то какое. Так, прыг. Свет. Да прибудет с нами. Не в яму. Так. Четыре штуки, да. Вот тут будет вход. И тут будет теплица на 6 клеточек. Железные каркасы, да, это вы. Вход со шлюзом. Тепличка. Мне кажется, 6 клеточек вообще выше головы, но мне точно больше не понадобится. Давай приземлись уже нормально. О, и пошли по желудочкам. Вот так. Теплица будет со своей атмосферой углекислотной, поэтому она будет отделена как бы от комнаты. У нее будет своя. У нее своя атмосфера с шутками, весельем и так далее. Не то, что в этих скучных комнатах. Сейчас опять батарейки не хватит. Все, собираюсь сюда большую батарею сделать, все забываю. Вообще, сделать ядерную, блин. Чтобы никогда ее не заряжать больше. Так, отлично. Вот такая комнатенка. Далее я хочу из нее сделать откачку. Сразу пришпандорить причем. Так. Вот так. Потом я залезу внутрь, откачаю воздух, окажусь в вакууме, естественно, и впущу... ты что же делаешь-то? И впущу воздух из комнаты. Пока можно. Потом будет нельзя, а пока можно. Вот так. Отлично. Да, и прям тут и пришпандорю это. Да, пришпандорил. Электричество. Электричества нету. Ладно. Эту штуку-то я все равно поставлю, конечно. Просто сначала надо будет смотаться на базу. И вывести сюда электричество. Так. Вот это даже может. Вообще электричество надо обдумать. Питаться от сети, в которой прыгает ток офигенный. Это такое себе. А, трансформатор. Трансформатор, вот чё. Так, отлично, то есть это я сделаю. Не помню, в какую сторону ставить, вот чё. Ну ладно, неважно. Забываю эти кнопки. Попёрли. Естественно, окно. Окно. Везде окна. Есть. Стекла-то все равно не хватит, по-моему. 16 я с собой взял. По-моему, этого мало, черт его знает. Стоп, мне стенок не хватило.
Ну, ладно, все равно повод, чтобы вылезти отсюда. Хорошо. Поперли. А что, первая железка, да? Железка первая. Чуть меня железок мало. Как-то я не готов вообще к процессу оказался. Вроде уж столько сделал подобных конструкций. А все равно не готов. Хотелось просто за ночь сделать, чтобы тут до меня солнышко не докопалось. Блин, что-то я со стенками, да, ошибимся. Да стой ты, не трясись. Блин, трясется. Отлично. Одна железка осталась. Как считал, хрен меня знает. Возможно, ресурсов не хватит, придется где-то там следующей ночью идти за ресурсами, идти на дело. Железа у меня мало осталось. Железо что-то вообще разруха. То ли строю много, то ли еще, или мало собираю. Я в последнее время как-то больше за золото носился. Так, нормально. А стекол больше, чем надо. Ладно. Мне две стены нужно. На них железе надо. Стекол есть. То есть мне стен не хватило. Блин. А там железо как-то не очень на базе. Ну пойдем. Солнышка пока нет, пока все хорошо. Вон стена стоит, кстати. Надо ее открутить, я где-то по ошибке бахнул. Так, сейчас трансформатор надо поставить. А я его не ставил еще? А мне кажется, нет. Нет, наверное. Ну давай уже. 16. Тут 21, надо перенастроить. Так, стоп, тут урожай есть. Да? Этап 4, урожай 3 картошки, давай. А я пошел ловить. А то он тут укатывается, говорят. Угу, меня накажут, что ли, бегать? Нормально так. Давай еще. О, отлично. Сажай. Так, жратушки. Жратушки. Так, ты пока работай, я пока побежал. Картофанчик сюда. 4 штуки. 4, кстати, было. Я вырастил, я съел. Мое. Никому не дам. Употребить. Отлично. Весь скомячился. Так, тут. Тут же. Ты автолат? Нет, электропринт. Вот автолат. Железо есть? Кремний. Нахрен кремний. Так, железо минимум один. По минимуму я сделаю. Так. И железная стена. Ну, ту я откручивать не буду. Ну, в смысле, потом откручу, когда я сейчас не до нее. Один. Два. Все прекрасно. А, другую руку. Так, стекло есть. Все, закроем. Что-то там, по-моему, солнышко уже встает. Ай-яй-яй, не надо так. Так, трансформатор. Трансформатор. Генератор. Атмосфера. Стакер. Склад. А ничего из этого не похоже на трансформатор. А из этого тем более не похоже. Трансформатор-то где был же. И чё, я его куда дел-то? Мистика. Еще раз. Генератор. Склад. Стакер. Баллон. Это всё не трансформатор точно. Вентиляция, обогреватель, сенсор. Трансформатор, я же помню, что был. Так. Сюда надо бы. А, это крыша. Все, я понял. Хрена себе тебя тут ставить. Ну-ка тут вот. Вот так вот. Ты видишь? Далеко до тебя золото тянуть.
Стоим, ба. Есть. Так, сюда. Ну, ладно, золото надо. Надо золото, электробринт. Силовой кабель. Одного, по-моему, хватит. Судя по тому, что свет не погас еще, солнышко уже встает, блин. Солнышко, иди нафиг. Не хватает елки. Встает солнышко. Мне надо успеть туда добежать и спрятаться. И закрыть над собой крышу. И включить откачку. И будет здорово. Так. Размещение заблокировано. Какого хрена-то? Я не знаю, какого хрена оно заблокировано, ёлки. Ну что ты будешь делать, а? Вот чё не так? Отведи. То есть тут можно, там нельзя. Я вообще офигеваю. То есть тут нигде. Как я ее сделал так? Ой, блин. Так, ну на солнышко-то я опоздал. Ладно. А вот так можно, да? Я охреневаю, как это работает, я не знаю. А, вот тут рядом нельзя, тут можно. Хоть туда и висю. Собака комнатная. Так, ладно. Просто мне надо что-то сделать с этим. Я же как-то должен этим всем воспользоваться. Есть. Вроде как 4000 можно, да? И я сейчас так нащелкаю, не буду лабеллером делать. 4000 вроде не перегорит. Все, пошло. Так, окей. А там что, охлаждение, что ли, фигачит? Чуть аккумулятор не аккумулятор. А, до тебя теперь до последнего доходит. Вот так. Попробуй, что другим досталось. Так, ладно. Ну что, я попробую. Я побегу. Сколько там градусов? 500 градусов, охренеть. Ну, я надеюсь, я выкручусь. Кислород потеряю, но выкручусь. Выпустите быстрее. Да, у меня время пребывания тут ограничено. Так, быстро заделать, быстро. Так, окно. Пум. Пум. Железка сначала. Есть, стекло. Так, насос. Выдувай. Ноль. И чё? А, тут ещё не всё выдалось, да? Давай, выдувай. Я хочу абсолютный ноль. Давление кончается, 500 градусов уже до хрена.
Так, я тут везде стекла поставил. Ну давай уже. Вот тут ноль, тут вакуум. Атмосфера, что с тобой не так? А, уже такие паскали идут. Смотри, разрежение пока не ноль, оно меня зажаривать будет. Вот ты собака. Ладно, стоим, жаримся. Что делать-то? Ноль паскали, а? Охренеть. Ноль килопаскали, ладно, этих-то не ноль. Сейчас будет ноль-ноль-ноль-ноль-ноль идти, да? Да неужто температурку отдернулась, по-моему, прибавилась только. Откачивай давай. Сантимоли и микромоли вещества тут у нас. Ноль девять. А температура держится, даже в такой разряженной атмосфере держится. Зараза. Так, она меня зажарить решила. Ноль. Все. Ноль. Благословенный ноль. Фу. 0,2. Не, ну то давай выкачи прям в вакуум сделаем. Температура 570, кстати, если чё. Но у меня окружение 0. Вот как хотите. Так. 0. Ну вакуум-то будет, нет? Остатки водорода выжимает. Короче, это уже О, НА было только что. Так. Я сделал просто вот так. Оп. Для этого разводный ключ нужен. И черт возьми, я его возьму. А потом как-нибудь еще сниму пассивку с улицы. Ни хрена тут. Можно, кстати, промахнуться и разобрать. Пол. Я не хочу. Так. Ну что, а теперь сюда у нас со свистом влетит воздух. Вот отсюда. Не помню, чем гвоздодером, по-моему, да? Да. Хоба! Шикарно. Как его колбасит-то? Дай сюда. Так. Так. И это у нас болгаркой. Все прекрасно. Ну что ж, помещение теплицы готово к эксплуатации. У меня общее давление, конечно, упало. Кстати, хорошо упало так. А нет, тут 20 возов жидких, как вода, да. Так, это все куда-то надо деть. А что, сколько труб тут? 27. Ага. Сюда давай. Пока сюда. Тебе сюда. Места нету. Особо-то. Тебе сюда. Осталась еще ячейка. Это активочка. Активка тут где-то была. Вот тебя сюда. Че еще? Ну, провода, понятное дело. Так, нормально. Провод, силовой кабель сюда положу, чтобы не мешался. О, меди куча еще. Не забудь, что у меня есть медь. А, что нам надо? Дальше нам надо шлюзы. Шлюз, по-моему, в талате делается. Набор шлюз. Дуговая печь, автолат, кровать, скамейки, усиленная дверь. А, собственно, да, какой шлюз-то? Дверь. Усиленная. Что-то новое. Ладно, сейчас посмотрим. Дверь. Вот это, мне кажется. Медь. Хо-хо! Я знал. Там ничего не наплавилось. А, ну, кремний. Кремний, однако, тоже в талатане. Так. Дверь. Дверь. Ну, я надеюсь, вот такая вот дверь.
Ну-ну-ну, давай. Там будет прям полноценный шлюз, только что он не на улице будет, а внутрь будет вести. Стоямба. Пойдем ставить. Так. Это две... А, крышка руля ставим. Спасибо. Во. Только... Иди сюда. Блин. Вот так, да. Одна дверь. Вторая дверь. Отлично. Что тебе надо? Листы пластика. О, сейчас пойдет стекло, пластик, вся фигня к ней. Газовая горелка. Перебьетесь в водородной атмосфере. Так. Тебе. Тебе. Лом и... Вернее, гвоздодер и стекло. Стекла. Ох, раз два листа, здорово. Так. Пойдет. Так. Сюда надо будет провести проводку. Провести проводку. Тавтология. Так. Да, блин, пройди ты хоть как-нибудь туда. Ну, в принципе, вот так можно, да? Либо вот так, но она упрется вот в эти штуки. Поэтому вот отсюда. А знаете, что я не сделал? У меня одна стена непрозрачная. Вернее, наоборот, прозрачная. А надо не такую. Так. Мне же надо на что-то повесить. А, эту. Управление все. А на такую стену оно не вешается. Ой, да. Снова выкачивать. Ладно, сейчас разберемся. Опять разберем. Каким хреном оно заблокировано? А, да. Оно заблокировано. Может, я и там также ошибся? Так, отлично. И сюда электрику протягиваем. Так, не-не-не. Попроще. Будь попроще, люди тебя потянутся. Есть. Ну что ж, придется развлекаться. Так. У меня все есть, у меня ни хрена нету. Так, нужны трубы, нужен насос. Забавно, тогда я это положу. Мне, в принципе, без разницы, как выбрать. Так, трубы. Да, сейчас немножко выпустим воздух в атмосферу. Обидно, конечно, что делать. Кому сейчас легко. Так. Ты где там? Ты там. Ага. Есть. Эх. Блин, рвануть же сейчас может. Там же водород. Ладно. А, давай. Йо. Туда же.
поменял зачем-то. Так, болгарка. Вот так. И туда еще куб туда, наверное, придется ставить. Ну ладно, поставим. Ночь на дворе. Ну, еще что угодно можно поставить. Так, иди сюда. Иди туда. Железная стена тип 4. Круто. Позволяет размещать устройство. Ну ладно. Я тип 2 поставлю. Так. А, все. Стена. Так, ну чё, погнал. Туда-туда, на улицу иди. Чё, вот так сразу? Ноль же... А вот тут ноль. Ну ладно, тут сейчас пофигу, что где. Сейчас всё выдуем. Так. Ну и вот на этой стене будет всё управление шлюзом. Где-то его надо вешать. Возможно, сейчас снаружи придется куб ставить. Такой вот. Чтобы все разместить, потом его убрать. Ну, тут дурацкая эта конструкция. Не пойми, как работающая. Так, ну что, везде ноль? Ну так, почти везде, да. Тут тоже ноль, но он не нулевый ноль. Я просто хочу все остатки воздуха отсюда выдуть местного. Не нужны мне тут водород в атмосфере и прочая срань. Давай. Тикай. Это 0.02, конечно, уже, да, ни о чем, но все-таки хочется выдуть. Сантимоли. Я потом, да, я потом очищу у себя воздух-то. Это, да, микромоли, иксов. 2 паскаля, вообще ни о чем. Ладно, лучше потом очищу, меньше хлопот. Сейчас лучше делом займусь. Так. Шуруповерт, иди сюда. Хоп. Ну ладно, не буду тогда эту штуку убирать. Или убрать, уберу. А то мало ли чего к ней случайно подключу. Например, снабжение водой теплицы. Вот будет здорово. Так, прекрасно. Че, отсюда не дуешь? Дуй отсюда. Так, здорово. Эта штука, ее тоже надо сюда ставить. Ну да, прекрасно. На нее ставится. Трубы. Хороший вопрос с трубами. Пока сюда. Вот так вот трубы будут у нас. О, как все здорово. Тогда я их поверху могу. Стоп, поверху. Они же тогда идут в стекле. А в стекле они должны быть изолированы, потому что они чуть-чуть торчат туда. Значит, мне нужны трубы рыжие. Нежданчик железа. Ох-охо, отдавай железо. Сдается мне кремний тоже отдавай. Так, рыжие трубы. Идите сюда. Там немного их, конечно. Они там везде будут высовываться, то есть их надо везде изолировать. Ну, все то, что тут будет стоять на самом деле. Так, тормознись пока. Не надо так прям уж увлекаться-то.
Так. Ну как-то так и провода снизу. Power, еще не low. Вот пугает она меня, а? Зараза. Так. Подключись, так. Да, блин. Ну, с другой стороны, солнышко меня сейчас уже не волнует. Отлично, пассивочка. Пассивочка пришла. Так. Куда-то сюда. Нужна будет пассивка. Да. Причем не одна. Так, да перепрыгни. Вот это было круто. Знаешь, в чем хрень-то? Я там открыть не могу теперь. Это вот конструкция дебильная их. Да и все. Оно в вакуумном этом шкафу. Дебил. Дебильная конструкция. Вот. Ай, ладно. Лом, иди сюда. Ух! О! Декорация. Слава. Я сделал ее декоративной. Как тебе? Не то. Вот так. О. Мне нравится, не нравится, как воздух идет. Иди нафиг. Так. И сюда. Хорошо. Нужна еще активочка. Еще пассивочки нужны будут. Да, и еще трубы нужны вот эти. Ну ладно, сейчас сначала активку поставлю. Конечно, тут у меня еще есть обогреватель. Активка. Вот, не зря накрафтил. Так, консоль еще будет нужна. Так, давай последняя оранжевая труба. Так, гнутая нужна. Гнутая. Ага, такая. Но тут надо еще одну. А, медяха выпала. Это бывает. Так, врубись. Одну. Так, нужна еще пассивка. Активка. Блин, активок наклепал. Ух. Пассивок нету. Пассивку давай. Тут нету. Изолированный бак. Интересная штука. Вот что надо было ставить, чтобы комнату не грело. Но поздно. Так. Времени уже, однако, довольно много. Ну ладно. Так. Да, дай пройду. Вот. Да, я ее понимаю. Стопэ. А это что такое? Еще пассивки две. Не посмотрел, бывает. Так. Тогда гнутую. Ты в какую сторону гнутая, зараза? О. Мне кажется, так хорошо. Да, видите, она сюда высовывается вся.
И я с этим ничего не могу поделать, блин. То есть на той стене все ставится, то на этой оно не ставится. Вот тут оно ставится, я знаю. Вот так. По-дурацки. Вообще по-дурацки. Но. А что сделаешь? Раз, два, три. Еще четыре штуки надо трубы тогда. А что сделаешь? Нет, тут можно заморочить вот такую же стену, но я уже не хочу опять выкачивать, закачивать. Пошло нафиг. Стой, не пассивку. Я не знаю, почему разработчики не могли сделать, что на любую стену ставится. Ну что за хрень? Ну если оно потом в воздухе висит, без опоры вообще. Ну почему оно не может на стену ставиться? Любую. Пусть ставится на любую, так же как сейчас в воздухе висит. То начинается бред с этим. Поставил одну стену, прикрепил к нему, убрал, поставил другую, сделал типа так оно и было. Что за бред? Так. Есть. Так, ну что, сюда консоль. И, в принципе, шлюз готов. Что у нас? 20 килопаскалей, 22 градуса Цельсия. Воздух уравнялся, все нормально. Все работает, консолька нужна. Консоли у меня нету, да? Ну, сенсор будет нужен, конечно же. О, дневного света, какого впереди дневного света движения, газовый. Так, сразу тебя подключим. А я говорю, сразу подключим. Есть. Так, фонарик гасни, не нужен мне фонарик. Консоль, это электроника. Так, ты иди нафиг. Ты включись. Что, кстати, с электричеством? А тут уже желтая, блин. А? Ведь никак не зарядится. Один зарядил, второй никак не хочет. Так, очень странная их зарядка, конечно. Очень. Время тоже к закату. Этому так и не хватит. Ладно. Так, ты. Консоль. Консоль и управление шлюзом. Air Control. Блин, вспомнил, что такое Air Control. Так, ладно, набор консоль. Неудобно искать. Но в поиске можно, да. Чарджер, чарджер, консоль. Есть, все есть. Стоямба. Консоль управления шлюзом надо. Air Control. Расширенное управление шлюзом. Может расширенное. Пусть расширенное будет. Умный шлюз, все дела. Хотя я могу перестараться на самом деле. Расширенное может быть даже не надо. Ладно. Ну просто контроль воздуха как-то странно будет выглядеть. Есть стекляшка и есть. Что еще надо? Все, вроде ничего. Так, консоль, ну ты должна установиться. Что-то сейчас ЖК-дисплей, а понятно. Раздельные порты, спасибо. Все, уже не мечтал. Так. Консоль. Провода сразу к консоли, а то будет печально и грустно. То есть провода не провода будут. Так. Нет, с проводами хоть проблем нет. Опять не тот ключ взял. Есть консоль. Так, расширенное управление шлюзом. Иди туда.
Иди. Иди в пень. Так, понятно. Прекрасно. Все это надо назвать. Туплица. Хорошее название, блин. Теплица внутрь. Подтвердить. А что темень-то такая? А, у меня тут освещения нету. Теплица наружу. Это дверь у нас. Так. Шлюз теплица. Так. В дом. Вентиляция в теплицу. Подтвердить. Ну вот как-то так. Че я еще не назвал? Это назвал, назвал, назвал. Вроде все. Так. Установочный диск. Хоп. Композитная дверь. Чего? Я же обозвал. Так, стопы, а у меня еще где-то дверь есть. Сейчас мне там шлюзов-то она открывает. Трансформатор маленький, здорово. Ну что, допустим, 21 у нас там и там. Мне вот это непонятно. Теплица внутрь. Это внутренний. Допустим. Почему композитная? Непонятно. Почему вот эти вот? А-а-а, не подключено. Ага. Все, моя понимать. Моя умная сегодня. Так. В какую сторону, не в такую сторону. Во. Во, во. Ага. Красота вообще. Так, не врезайся. Так, там будет теплица, внутрь интерьер, вентиляция, теплицу. Все внутрь, да? Теплица, внутрь интерьер, теплица. Композитная там. Ну, допустим, так. Мне непонятно, тут композитная дверь. Ну ладно. Ошибка в конфиге. А, ну я с теми дверями не соединен никак. Так, вот я зря расширенно это зафигачил, видимо, да? Так, теплица внутрь. Это вот это. Вентиляция в теплицу. Тоже туда. Вот так может быть.
Почему она красная, почему она зеленая? Вот так зеленая пойдет тебе. Она должна... Экстериор, интериор. Нет. Не переключается. Ладно, давайте тогда это дело отцеплять. Да, разберись-то. Не нравится мне эта плата управления шлюзом. Надо простое брать управление шлюзом. Расширенное в пень идет. Вот у меня там стоит простое, и все хорошо с ним. Ну, такие невнятные вещи делать. Так, эйрлок. Пошел. Расширенный он в сосиску тупкой стоит. Когда-нибудь я с ним разберусь, если будет время. Хорош, хорош, хорош. У меня одного выше головы. Так. Шикарно. Еще одна из дверей зовется композитная дверь, я не пойму. О, вот, все хорошо. Вот это красота. То, что надо. Вентиляция в теплицу, вентиляция в дом. Что-то вент-то. Вент. Вот так. Да теперь-то что с тобой не то? И не так. Теплица внутрь. С этим вообще хрен знает, как тебя назвали-то? Ну ладно, эту козябру просто отцепить не могу, да? Так, это зеленое, это красное. Просто я, скорее всего, что-то изменилось, что ли, в настройках у них. Так, зеленое. Ой, теплица внутрь. Интерьер. Чё не так? Я не пойму, вот чё. Вот так? Все равно мигает. Вот так. А что я сделал? Я не знаю. Я просто их на все нажал, да. Закрыли. Хорошо, в скафандре не сдохнусь, если ошибся. То есть надо было датчик тоже включить в это милое дело, да? Консоль. И чё? Я тут накачал хорошо воздуха, да, согласен. А, она ж пытается сотку нагнать. Так, стопы. Композитная дверь. Ну ладно, я не переобзывал, видимо. То есть эта штука давление-то не меняет. Ладно, пока все это не страшно. Давайте попробуем. Блин, времени уже 50 минут. Давай попробую расширенное управление. Мне стало интересно. Это с давлением, видимо, да? Сейчас узнаем.
То есть я сюда тоже, получается, датчик не включил. У систему. Так. Тыц. Отлично. Да, похоже, я датчик в систему не включил. Нормально. Давай. Ага. И? Шикарно. Все работает. Ну что ж, господа, на этом тогда все. Ящик, так сказать, готов. Сюда осталось заселить растения. Сюда осталось сделать газовую систему, которая будет отсюда брать кислород и собирать его в бак. А сюда будет подкачиваться, естественно, углекислый газ. То есть пришло время делать систему, которая будет подавать нам в дом кислород. Тут будет у нас углекислая атмосфера. А что, надувается? Столбик не показывает. А так все хорошо. Так. Ну что ж, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.